Центр социальной помощи семье и детям проведет анкетирование среди горожан. Основная задача – изучить мнение железногорцев об услугах центра. Муниципалы надеются, что с помощью полученной информации смогут повысить качество своей работы в сфере социальной поддержки и обслуживания населения. К анонимному опросу приглашают горожан всех возрастов. Анкеты подготовили и для взрослых, и для детей. Взять их можно будет у любого специалиста центра в рабочие дни с 8:30 до 17:30 по адресу Свердлова, 32. Анкетирование начнется 12-го, а завершится 23 мая. Дополнительную информацию можно узнать по телефону 74 60 49.